Меньше взрывов в Донецкой и Луганской областях фиксирует миссия ОБСЕ, сообщается в отчете организации. В то же время боевики нарушают режим прекращения огня в районе разведения сил и вооружений в Золотом. Также наблюдатели видели у этого пункта противотанковые мины в контролируемых украинской стороной районах и слышали артиллерийский взрыв. По данным ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировано около 540 взрывов. За предыдущий отчетный период было 700. Наблюдатели заявляют об ограниченном доступе к местам разведения сил и вооружений на линии разграничения в станице Луганской, Золотом и Петровском. Оружие в нарушении его размещения зафиксировано и за определенными линиями отвода.